Да, вода. Под шапочкой почти незаметно слухового аппарата. Благодаря упорству мамы и занятиям с логопедом Амир может говорить. Стараемся развиваться, стараемся развивать нашу речь. Ну, в принципе, потихонечку, благодаря слуховому аппарату, мы идем вперед. Амир слышит звук, проходящий сквозь череп, но с возрастом кость затвердеет, и малыш потеряет слух навсегда. Поэтому жизненно важна операция, которую может провести Калифорнийский институт заболеваний уха в Америке. Они посмотрели все наши повторные обследования, подтвердили наши баллы, 7-8 баллов на восстановление слуха на оба уха. Сказали, что, в принципе, у нас все хорошо. Чтобы Амир услышал, нужны деньги на операцию. Сбор начался ровно год назад. Сейчас собрано чуть более 2 миллиона рублей. Требуется в 2 раза больше. И это только на первую операцию, которая назначена на июнь следующего года. Родители обращаются к татарстанцам с просьбой о помощи. Реквизиты и документы, подтверждающие диагноз Амира, можно найти в социальных сетях. Адрес сейчас на экране. Алсуф Медянова, Надежда Красильникова, новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».